Товарищи, сегодня мы собрались по очень важному вопросу. Наш дом находится в крайне плачевном состоянии. Крыша протекает, неизвестно, как мы проживем эту зиму. Да и ремонт во всем доме уже не делался много лет. Нужно срочно принимать меры. Скажу сразу, мы обращались в фонд капремонта, но, к сожалению, нам предложили в очередной раз поставить заплатки и ждать своей очереди на капремонт. Помощи ждать неоткуда, мы не выживем до этого времени. Что, опять с нас деньги будете собирать? Сколько можно? Нет, у нас есть выгодное решение проблемы. Переход нашего многоквартирного дома на спецсчет. А что это такое? Да, расскажите, мы не знаем ничего. На самом деле перейти на спецсчет выгодно и несложно. Главное преимущество – жильцы самостоятельно могут управлять средствами на капремонт. Жильцы сами решают, как копить и тратить деньги, определяют срок выполнения и виды работ, выбирают подрядную организацию, согласовывают смету, могут, например, пересмотреть размер ежемесячного взноса. Важно, что собственники в режиме реального времени видят, сколько денег у них на счету. Поэтому, если мы перейдем на спецсчет, то сможем сами планировать ремонт, исходя из этих средств. Брать отсрочку платежа при оплате подрядчику и так далее. А как же очередь? Ее опять надо ждать? Как раз-таки очень удобно, что не надо ждать очереди проведения капремонта своего дома. Собственники вправе принять решение о проведении ремонта в более ранние сроки, при условии, что средств на специальном счете достаточно для финансирования работ. Так сейчас мы сможем сделать ремонт кровли с современным материалом ПВХ-мембраной от ведущей компании кровельных материалов «Технониколь». А чем так хороша эта мембрана? ПВХ-мембрана «Технониколь» — это выгодный материал для ремонта кровли. Например, вы знали о том, что осуществлять монтаж ПВХ-мембраны можно круглогодично, даже зимой до минус 25. Также, что очень важно, отсутствуют резкие запахи в подъезде. При этом кровля меньше нагревается за счет светлого цвета, а в жару это просто замечательно для всех жильцов. Важно, что такая кровля безопасна, так как нет открытого пламени во время монтажа. Впечатляет срок службы — более 50 лет. Удобно и быстро. Быстрый монтаж мембраны добавляет свои преимущества. Ее возможно укладывать без снятия старого гидроизоляционного покрытия, что экономит силы, время и деньги, а также снижает риск затопления верхних этажей. Ну что, решено! Открываем спецсчет и делаем ПВХ-мембрану от «Технониколь». Согласен. Давайте выходить на новый уровень жизни и заботиться о нашем доме. Выгодно и надежно.